зачем вы мне это не отдаете? Я говорю, да я, ну как это ты не знаешь, ну хозяйка, я говорю, я не хозяйка. Он на меня такой глядит, я говорю, я не хозяйка, я сестра хозяйки. Он такой, ну тогда извини. А то пришел, напал на меня, давай ключи. Я говорю, ну как я вам отдам ключи, когда я не хозяйка? А он, как это так, не хозяйка? Вот осталось там уже вот даже через месяц будем тебе прописать. Ну это же не там уже погранзона, там уже проверяли, там это то. Не, мне там нравилось, я бы осталась. Но это вот родители, он отец. Вот, и матери манилы, вот куда-то отправил дитя на край света. Там китайцы, они там всех поперережут. И все. Ну, Тимка в него. Его тоже все перережут, перебьют.